Всех приветствую на канале Animal Life. Все обходили стороной этот замерзший комок шерсти. Однажды зимой Слава возвращался с работы домой. Но неожиданно он заметил на обочине совсем замерзший комок шерсти. Тот совсем не двигался, и было непонятно, что это или кто это лежало на дороге. Слава все-таки решил остановиться и проверить, не живое ли это существо. Что-то подсказало мне, что это может быть животное, которое нуждается в помощи, вспоминает мужчина, подойдя к комку ближе. Он понял, что перед ним лежит обледеневший котенок. Сначала тот испугался Славу, но бежать не было сил. Я замотал ее в полотенце и принес в машину. Я включил отопление на полную мощность, чтобы отогреть малышку и очистить снежную корку с ее шерсти, говорит мужчина. Слава привез котенка домой и дальше отогревал его уже у батарей. Животное было очень благодарно своему спасителю, и его урчание не прекращалось ни на минуту. Добрый человек решил оставить кошечку у себя и назвал ее красивым именем Ника. Скорее всего, котенок потерялся и каким-то образом очутился в поле, где даже не было ни одного дерева, чтобы спрятаться от снега. А возможно, что его просто выбросили прошлые хозяева. Слава свозил Нику к ветеринару, который установил, что кошечке всего 6 месяцев. Из-за длительного нахождения на морозе ей пришлось ампутировать хвостик. Теперь у этой красотки все просто замечательно. Она любит играть и просто обожает своих новых хозяев. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.